Вступивший в силу ковидные ограничения обсудил глава округа Дмитрий Волошин в ходе встречи с директорами крупнейших предприятий города. Я надеюсь, что мы пройдем эту волну с вами вместе максимально безболезненно, максимально быстро и с наименьшими потерями, потому что ваши потери в бизнесе и производстве, они напрямую отражаются на нас и, соответственно, на целом городе. Встреча проходила в онлайн-формате. Каждый руководитель мог задать свой вопрос врачам и представителям администрации города. При внимательном изучении постановления губернатора непонятно. Все же у нас домашний режим. Это с выходом жителей только в аптеки, в магазины. Или не предусматривает домашний режим? Ограничений на передвижение нет, QR-кодов для того, чтобы уходить из дома, нет, но все врачи и Роспотребнадзор, и мы призываем к тому, чтобы в эти дни максимально ограничить передвижение. Интересовало руководителей предприятий и ковидная обстановка в городе на данный момент. У нас на вчерашний день была загрузка наших трех ковидных корпусов более 95%. Врачи обратили внимание директоров на необходимость вакцинации сотрудников и напомнили, что сделать это можно во всех поликлиниках округа, а также в пунктах мобильных бригад и клубе «Активное долголетие».